Standoff 2 выкатила обнову, как вы знаете, которая выпустила вот такие вот фрагменты, среди которых находится еще и Nemelis фрагмент, и, по моей информации, шанс выпадения данных фрагментов с катки 0,02%, а также с Battle Pass. Но есть загвоздочка, то что каждый чел может себе получить Nemelis скин условно за те же полгода. А учитывая количество юзеров в этой игре, а их около 30 миллионов, то даже возьмем условно 1% из 30 миллионов, получается нихуя. Клевое такое число челов, которые получат себе на халяву Nemelis скин, просто проходя дефолтные уровни в Battle Pass, которые будут сливать их по лоу прайсу. И сегодня в ролике я продам всю свою Nemelis коллекцию и пообсуждаю обнову. Зачем же админы это сделали? Кстати говоря, на момент выхода данного ролика осталось 2 дня до конца розыгрыша в моем телеграм-канале совместно с джентльменом и обованом на Nemelis скин Deagle Aureid, который я прямо сейчас сливаю, но для подписчика я его куплю, если что, вы не переживайте, как раз цена упадет, купим подешевле. Вы уже видите, что запросы просто съебают в ебе на этот Deagle Aureid, потому что, ну, челы походу понимают, что обнова выдастся очень говяной, и все трейдеры снимают запрос, учитывая, какое будет обновление. Очень жаль, потому что я условно эти Deagle Aureid покупал свой самый первый за 650 тысяч голды, второй покупал за 200 тысяч голды. Ну, это не маленькие деньги. Это порядка 400-300 тысяч рублей. И сейчас я их продаю за 48 тысяч голды. А это, чтобы вы понимали, на момент еще только выхода обновы и Nemelis фрагментов еще никто не получил. И у меня вопрос для зрителей. Как вы считаете, справедливо ли сделали админы то, что добавили такую систему выпадения Nemelis скинов? Ибо с обычной катки Nemelis скин ты больше никогда в жизни не получишь. Так, давайте вот эти два дигла я выставлю за 50 тысяч, потому что, видите, запрос был 70 косарей, уже 43 тысячи. Найс. Первый Nemelis скин ушел с моего инвентаря. Следующий скин — это AWM Treasure Hunter. Это очень легендарный скин для меня, за ним творится история. Это мой выигранный первый турнир Кента АПК против Абована, Тиктака, Ерокса и так далее и тому подобное. Этот скин я получил, по сути, бесплатно. Это мой победный скин, но я хочу себе на баланс миллион голды, поэтому я даже тебя, мой старый друг, продаю, потому что 50 тысяч голды AWM Treasure Hunter продается, вы понимаете? Не, вы просто представьте, вот давайте вот 50 тысяч поставлю я просто его. В течение этого ролика моих рассуждений, не знаю, купит его кто-то или нет, но я подозреваю, что нет. Просто очень странно делать такую систему, где ты получаешь скин, ну вот просто гляньте, в Battle Pass за дефолтный фри пасс. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 фрагментов. Понимаете? 19 фрагментов. И прикиньте, этот Battle Pass еще можно и купить за голду, а не за реальные деньги. Да что там ее купить? Это все игрок может получить бесплатно. И просто представьте, сколько Nemelis скинов появится на рынке. Это же просто трэш. Ну типа, это просто обесценивание скинов. Даже тот же сейчас Stink Mimikry. На кой хер ты мне нужен, Stink Mimikry, если ты будешь стоить 5... Да на него уже запрос 74 косаря голды. Алло. Алло, его покупали по ляму голды. Админы, вам наоборот надо было урезанный шанс на выпадение Nemelis скина сделать. Что вы сделали с этой игрой? Боже мой. Не знаю, вроде как в каждом обновлении было какое-то скинодрочерство на Nemelis коллекцию, да, там типа выходило обновление, там холдик за миллион голды покупал у Терса Deagle Aureid за лям голды. Это смотрели миллионы человек, это было всем интересно. А теперь что? Теперь Nemelis скин можно выбить с какого-то фрагмента. Да, может, это классная задумка, но не будет ценности у Nemelis скина. Это условно просто ты заходишь в игру, получаешь 42 уровня и получаешь себе условно на следующее обновление опять БП выходит. Да также помимо этого еще эти фрагменты Nemelis можно купить на рынке. Чел просто выбьет себе фрагмент за 10 тысяч голды, за 5 тысяч голды сливай нафиг. А знаете почему? Да я думаю даже дешевле будет стоить. Я думаю, Nemelis фрагменты будут стоить 1500 голды. Знаете почему? Потому что цена на Nemelis скины упадет до нуля, потому что они будут стоить равноценно, как и остальные скины. Но
Сейчас фиксируем 15 керамбитов голд. Ставлю жопу, через полгода тут будет 200 керамбитов голд. На кой хер? Я предлагаю всем продать всю свою Немельс коллекцию, выкупать вот такие старые олдовые скины, которые никаким образом нельзя будет получить. Ну просто это трэш. Ну это просто угар. Я очень разочарован. Вкусовщина Немельс просто разрушена, но... Зато добавился контент с фрагментами, с которых ты получаешь бесполезные Немели скины, которые сейчас будут стоить, условно говоря, примерно как Керамбит Клав или Флипстон Голд. Я, возможно, ошибаюсь, но когда в игре 30 миллионов юзеров и 1% от них, да, условно, который получит каждый по 10 Немели фрагментов, это 300 тысяч. 300 тысяч. Прикиньте? 300 тысяч человек получит Немели скин. Это просто угар. Я не знаю. Да я просто по запросу буду сливать. Не, я просто. Не. 52 тысячи голды! Сюда нафиг! Так, у нас, кстати, почти 800 тысяч голды. Нам надо добить 1 000 000 голды. Давайте вот это, ёпта, сольем. 42 485, братанчик. 35 тысяч голды. Угу. Фейк запрос, красава. 43 тысячи голды. Если я делаю какую-то ошибку, а я, скорее всего, не делаю ошибку, и учитывая мои подсчеты, Немельс коллекция будет сейчас стоить условным счетом ничего. То это печально. Как будто бы замысел фрагментов не особо мне понятен, потому что... А как их... на что... Что ожидала студия, выпуская фрагменты? Я, блядь, диглауры за 40 тысяч голды не могу продать, вы понимаете? Алло, алло, гайз, 40 тысяч голды не могу продать. За 40 тысяч голды он нахер никому не нужен, потому что это бездарный скин уже. Не, все сняли свои запросы, гайз. Все сняли свои запросы. Сливать... Нави тренер сливает свои диглы, гайз. И не просто так. Потому что я их ненавижу. Кстати, я собирался в один момент выкупить все диглы ауры с рынка. Слава богу, я этого не сделал, потому что если бы я это сделал, я бы пососал писюн сейчас на данный момент и просто в тупую слил бы кучу голды. 50 тысяч АВМ Treasure Hunter не покупать, вы понимаете? Меня горит жопа, я даже не знаю, что сказать. Продаем АВМ Treasure Hunter за 49 300 голды. Даже за 49 тысяч я его не могу продать. Ну это просто бред. Ну это просто бред, гайз. Ну это просто бред. Я не могу продать АВМ Treasure Hunter за 46 тысяч голды. Скажите мне это год назад. То, что я не могу продать за такую сумму в МТХ. Меня бы загрызли. Ну типа... Все трейдеры сняли свои запросы. Просто все. И это просто угар. Админ, который придумал сделать фрагменты. Я сначала думал, ты гей. А сейчас понял, что ты гей. Ну просто, это минус голда. Это просто минус голда, который ты донатил в эту игру. Я не могу АВМТХ продать за 42 косаря, гайз! Алло, прием! 42 тысячи АВМТХ, блядь! Это как... Ну ладно, он скоро будет 10 тысяч голды стоить, дай бог, блядь. Ну это просто тупорылое обново. 1 000 000 голды хочу. Хочу 1 000 000 голды на аккаунт. 40 тысяч голды, блядь. Ну купите АВМ Treasure Hunter у меня. 40 500. Да, блядь, даже за 40 500 это чмо не улетает с моего аккаунта. Хоть это и был легендарный авик, но я с ним прощаюсь. Бля, думал, так хотя бы сработает. Так, еще раз. Дубль 2. Вот это и легендарный авик, но я с ним прощаюсь. Сука. Это действительно легендарный авик, бля. Даже съебать не хочет. Это был легендарный авик, но я с ним прощаюсь. Сука, уйди с моего инвентаря! Давайте просто 39 тысяч, пожалуйста. А вы посмотрите, он просто не продается. Вы понимаете? Даже Немелис еще ни у кого нету, но он уже скоро... Вот, 39 тысяч. Ашкхаб. Я надеюсь, ты будешь этот авик хранить как роза воду, как вор свободу. А у меня тем временем 850 тысяч голды. Цель? 1 000 000 голды. И история продаж? Просто посмотрите. Раз, два, три, четыре, пять. Немели скинов улетело с моего инвентаря. А недавно я продавал сник Мимикрай не за 52 тысячи голды, а за 110 тысяч голды. Вы понимаете? Вы понимаете, да? Что у меня есть из Немелис еще в инвентаре? Что у меня есть из Немелис еще в инвентаре, что я могу нахуй добавиться сейчас на стадии, блядь, пика, так сказать? О! If and Fall Lizer. Lizer. Съебаться нахуй с моего инвентаря, блядь. Ты будешь стоить, блядь, сейчас 1000 голды, блядь, на днях. 850 тысяч голды. 850 тысяч голды. Если я это сейчас все слил, и моя теория была неверна, я не знаю, что я с собой сделаю. Но я что-то с собой сделаю. Гениально, да? Да, гениально. Но... У меня на аккаунте 850 тысяч голды. Нам добавили фрагменты.
что еще сказать. Если вы считаете, что я поступаю неправильно или же моя теория неверна, напишите об этом обязательно в комментариях и распишите почему. Но я считаю, что каждый, у кого есть телефон и может апнуть 42 уровень в игре, получит с этого обновления минимум в этой обнове будет 10-100 тысяч неймлис фрагментов. Ну, то есть у 10-100 тысяч игроков будет неймлис 10 фрагментов, чтобы они их открыли и скрафтили себе неймлис скин. Это моя теория. Ибо иначе, зачем добавлять в Battle Pass Nameless фрагменты, я не знаю. Если бы Nameless фрагменты можно было бы выбивать в игре, то еще ладно. Но выбивать Nameless фрагмент из Battle Pass, это просто позор. Это просто позор, в котором еще и есть вся Nameless коллекция. Это просто грабеж среди тех, кто покупал какие-то Nameless скины, которые вкладывали в эту игру, я не знаю, трейдились Nameless скинами, там, я не знаю, покупали эти Nameless скины за баснословные деньги. Короче, не покупайте Nameless скины, если на момент выхода этого ролика у вас есть еще Nameless скины, которые вы покупали до их удешевления, так сказать. Я вам соболезную, и сливайте их поскорее. А также обращусь к админам, если они посмотрят этот ролик. Я вас прошу убрать с Battle Pass Nameless фрагменты. Если этого не произойдет, и Nameless фрагменты можно будет получать в Battle Pass и в игре, то коллекция Nameless хана. Nameless, она на то и Nameless, чтобы быть легендарной, той, которую нельзя получить каждому. Она должна быть у единиц игроков, а не у почти всего стендов. Вам всем спасибо огромное за просмотр, ребят. 20 тысяч лайков, я снимаю следующий ролик, как я получаю себе на аккаунт 1 миллион голды, ведь у меня сейчас на аккаунте 855 тысяч, почти 900 косарей голды, ведь у меня остался еще один диглаур. Также напоминаю, подписывайтесь на мой кик, и на 10 тысяч подписчиков на кике я разыграю среди вас 10 батл пассов, а также розыгрыш в моем телеграм-канале, до конца которого осталось 1 или 2 дня, на дигл аурит и 9 ножей стилета тай-дай. Совместно с обоумным и джентльменом. Спасибо огромное за просмотр. Всех обнял. Nameless коллекция превратилась в полнейшее дерьмо. Пока. Танец Литвина под конец ролика. А бин, который придумал фрагменты Nameless?